честно сказать, мне кажется, вот такого поступка от Путина никто не ожидал. Ну, не знаю, как никто не ожидал, а мы-то в Донбассе его 8 лет ждали. Нет, я имею в виду, ну, вот как... В мире. Уже вот как-то готовились к тому, что да, будет пойдем там освобождать, но я почему-то, допустим, думал, что... Ограничится только ЛНР, ДНР. Да, что, ну, как зайдут, как всегда, россияне там под наши... Ну, как службы, в 14-м, это РУ зашло. Да. До границы, а потом все. А тут только фигак, всю Украину как начали жахать. И правильно сделали. Умничка, вообще умничка. И в России вот слушают там этих политиков, умнички. Они доллар задрали, сейчас доллар опускается, его сливают вовсю. Умничка, вообще вот. Я так чувствую, что этот доллар никому уже нужен не будет. Юани пойдут. Юани, рубли. Предлагают банки открывать счет в юанях, ну, переоформлять там, допустим, в долларах, перекинуть. Ну так юани, да, слава богу, хоть чем-то обеспечены, в отличие от доллара. А тут еще непонятно вообще, что будет с этой Америкой. И тем, что американцы не отдали половину золотого заказа России, тоже себя опустили, дубины. Ну так люди же посмотрят, не только же Россия посмотрит. Посмотрит весь мир, что они вот так вот могут сделать. Вообще, конечно, вот сейчас начнут вытягивать. У Путина команда сильнейшая. Умнички, а всем слушают. Дай бог ему здоровья. Да, ну да. А в интернете как-то посмотришь там. Про Путина там. Оппозиция эта. Такую херню пишут, блин. Че, он до них доберется. Суки. Живете в этой стране, блин, пользуетесь всем тем, что он создал как раз. Да. То, что Ельцин развалил, да, этот создал. Сейчас вот политики говорят... Короче, вот эти, которые там олигархи в России, говорят, если вы с нами, то деньги должны быть ваши здесь, и они должны работать в России. Если вы сажаете туда, вы изменники, предатели, типа вам можете ехать, но то, что у вас здесь, оно все останется здесь. Не, ну это давно, это давно надо было сделать. Я раньше не понимал, ну почему оно так. Ну, политика такая штука, я так думаю, что Путин давно это готовит. Молодцы, они планомерно так все подошли. Да, оно же планомерно и сюда же подходило, это же не то, что там резко взяли, а давайте вот 24-го начнем.